Я хочу объяснить, почему мы устраиваем эту вот, в России вот такую пресс-конференцию или такую встречу с теми, кто пишет в средствах массовой информации. Потому что, на наш взгляд, это большое событие в отечественной медицине вообще. I would conclude, because maybe you have a question for us. I would say that a patient that goes in a hospital accredited by Joint Commission is a patient that is searching for not only better care, but a safer care. В заключение я бы своей речи я бы хотела сказать, что пациент, который обращается в клинику, которая прошла аттестацию JCI, это пациент, который ищет не только лучшего, более хорошего лечения, но также более безопасного лечения. Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? I want to conclude here, because I think that maybe you have a question, and I want to leave the floor to your point. Thank you. Да, на этом я завершу свое вступление. Вероятно, у вас будут какие-нибудь вопросы. Уважаемые гости конференции, прошу задавать вопросы. Пожалуйста, представляйтесь. Микрофон.